не сдамся! Стой, ты не арестовывать меня пришла? О, извини. Я Карл Великий Виктор Бошоу. Что за игры, детка? Так, значит, я Карл Великий Виктор Бошоу. Ну, если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других. Вали отсюда, чертов коп! Я знаю свои права и ни в чем не виноват. Итак, это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 децибел отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми, не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям. Ah! Я вас всех видел!
Все копы были как ты. Что сказать, амиго? Между нами с тобой прям искры бегают. Мы... Да, мы команда. Ладно, проваливай. Будешь развлекаться с ангелами, зови. Приветик. Помощник, честно скажу, не думал, что мы так преуспеем. Ты загнал Веру в угол, и она это понимает. Продолжай в том же духе. И не забывай о Берке. Если наткнешься на него, не упусти. Мы должны вернуть его из блажи. До связи. Существуешь. Сразу было понятно, почему эдемщики приехали сюда. Это ж... Знаешь, когда я выдвинулся на пост шерифа, у меня были на то причины. Другие кандидаты были бюрократами. Хотели ходить в развалочку, хвастаться пушкой, и чтобы секретарша носила им кофе с пончиками. И знаешь что? Тогда это и значило быть шерифом. Я был чертовски недоволен. А сейчас... Сейчас меня все устраивает.
Ты молодец, салага. Помощник, хочу кое-что спросить. Слышала о парне по имени Финни? Он работал фармацевтом. Люди к нему прислушивались. Он считался уважаемым членом нашего общества, хотя на самом деле был обычным наркодилером. Финни вступил в секту и помог им создать Блаш. Говорят, сейчас он в оранжерее Джессопов. Красиво там было. Раньше. Финни выращивает там эту дрянь. Целое поле этих жутких цветов. И вот я подумал, если ты вдруг заглянешь к нему и сожжешь эти цветы, Финни будет в панике. Не представляю, как они целыми днями держали оборону против пары.
Thank you.
Но они так не надо.
Ну что, еще разок?